Сегодня самый жаркий день недели. Столбик термометра доходил до плюс 38. Но жара не повлияла на количество вызовов скорой помощи. Всплеска обращений пока нет. Об этом рассказал главный врач Республиканского центра скорой помощи. Каких-то всплесков в обращаемости не наблюдается. По-прежнему превалируют пациенты с хроничной сердечно-сосудистой патологией. Какие-то пациенты с патологией, связанной с тепловыми ударами, солнечными ударами, мы особо не наблюдаем. По Тирасполю в среднем сейчас 120 вызовов в сутки. На номер 103 звонят в основном с жалобами на повышенное давление, головокружение, аритмию. Сердечно-сосудистые патологии на первом месте. Дальше идут пациенты с температурой, кишечными инфекциями. Картина типичная для этого времени года, отмечают в скорой помощи. В РКБ число госпитализаций тоже на прежнем уровне. В кардиологии Личгородка нам рассказали, было пару случаев, когда скорая привозила мужчину и женщину в предоборочном состоянии. Перегрева на солнце у них не было, оказалось, они практически не пили воду, только чай или кофе. Это и привело к ухудшению самочувствия. Сегодня был пик жары, уже завтра температура спадет на пару градусов, рассказали в гидромедцентре. Фронт опять проходит повторно холодный, мы жару сбавляем и уже на ближайшие дни в районе 30-33 будет. То есть понижение будет, прохождение холодного фронта повторное, потому что в Каменке сейчас уже похолодало. И осадки местами завтра по сценарию вчерашнего дня. Но выдыхать рано, говорят синоптики. Жара пока остается с нами. На следующей неделе опять будет до 38. И так до конца августа. Причина – средиземноморский антициклон. Такие высокие температуры в конце последнего месяца лета для Приднестровья уже норма. К слову, было и жарче. Так, 22 августа 2000 года температура в Тирасполе поднялась до плюс 40.